Получается статуэтка победителя и диплом. Награды достались лучшим предпринимателям в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, спорта, строительства, транспортных услуг, творчества, промышленного производства, образования, инновационных технологий. Всего 19 номинаций. Каждый верит в успех своего дела, но главное, их проекты работают на пользу жителям региона. Нужно иметь такой внутренний стержень для того, чтобы начатое дело не бросить, несмотря на внешние обстоятельства, сложности, да, которые возникают. Второе, очень важное качество. Это быть грамотным руководителем. Если сначала интерес на первом месте, а деньги на втором месте, тогда все получается с удовольствием. Секрета успеха нет, говорит Михаил Петровичев. Все произошло случайно. Окончил технический университет и понял, что надо заниматься бизнесом. Так в 98 году он открыл косметическую фирму. Это была маленькая компания. Мы производили косметические препараты, потом это были лекарственные препараты. Потом, через какое-то время, мы начали заниматься системой защиты капеля. И последнее направление – это резиновые смеси специального назначения. Сегодня он признан лучшим в сфере оптовой и розничной торговли. А кроме того, и по объему выручки, уровню зарплаты и внедрению новаций. Малый и средний бизнес в регионе выполняет важную роль. Во-первых, пополняет бюджет, во-вторых, придает устойчивость экономике. Это те люди, которые сегодня делают нашу экономику. Это те люди, которые создают не просто свое дело, но и создают команды, которые вместе с ними двигаются к успеху, двигаются к тем целям, которые ставятся перед бизнес-проектами. И, конечно, этих людей нужно показывать. 700 миллионов рублей выделят на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Деньги помогут обеспечить легкий старт новым предпринимателям, расширить им доступ к финансовым кредитным ресурсам, поддержать женский и серебряный бизнес. Темпы экономического развития в Ульяновской области одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе, да и в Российской Федерации мы далеко не отстающие. Наоборот, недавно правительство России приняло решение и определила несколько десятков, буквально пару десятков регионов Российской Федерации, которые являются примером для других в темпах экономического развития. Мы были с вами среди этих двух десятков. Цифры говорят сами за себя. За 11 месяцев в 73-м регионе зарегистрировано почти 8 тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса. Создано более 16 тысяч рабочих мест. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.